этом видео, мы будем распаковывать все эти вот посылки, которые приезжали ко мне. Тут были посылки как с OLX, так с Европы, и одна из них была даже с США. В общем, перед началом видео хотел бы поблагодарить каждого из вас за то, что вы подписываетесь на мой канал, смотрите мои видео. Вот. Также я подготовил для вас небольшой сюрприз, о котором расскажу уже в конце видео. Ну а мы начинаем. Начнем мы нашу распаковку по традиции с самой маленькой посылки и потом перейдем к самой большой. Так, первое, что ко мне попало в руки, это посылка на килограммчик. Сейчас мы откроем, посмотрим, что тут. А здесь у нас вот такая вот интересная футболка. По-моему, от Levi's. Человек упаковал очень и очень хорошо. В комплект положил стикер. И вот меча где-то сверху, переходите. Классный продавец, работал с ним, лично рекомендую. Так, а по футболочке, вот такая вот футболка, очень классная, Levi's, с таким вот необычным принтом. Размер XS, состояние новой вещи. Кого интересует, можете написать, за ценой договоримся. Также, ребята, собираю для вас классное обновление. Сейчас вот затариваю много вещей, чтобы оно было довольно-таки интересным для вас, и каждый мог себе подобрать что-то. Ну а дальше у нас посылка идет на килограмм. Тоже, по-моему, OLX, если не ошибаюсь, потому что такая увесистая. А нет, здесь у меня вещи из США. Это вот такие вот бананки в коллаборации с каким-то очень известным человеком. Точно уже не помню, но вы можете даже видеть по биркам, что она необычная. Вот. Сейчас мы откроем, я вам покажу это. Вот тут идет как нашивка с именем самого человека, бирки необычные, с автографами, со всем. В общем, заказал три разные. Но также я сейчас еще взял одну партию на такие вот бананки и, по-моему, еще рюкзак взял. Вот они все идут запечатанные, все новые. Ну, вот это вот только распечаталось мне для фотографии. В общем, ребята, классные бананки, все, опять же говорю, что из США везлось. Обновление по новым вещам тоже сделаю. Так, с коробочки, наверное, сейчас будем отдельно куда-то на пол складывать, чтобы они не мешали. Вот. А вещи пускай лежат справа. Так, ну вот это вот, по идее, должна быть посылка с OLX, я так думаю. Так, сейчас мы откроем и посмотрим. Да, здесь довольно-таки интересный рюкзачок. Подойдет как для девочки, так и не для большого мальчика. Вот. Вот такой вот рюкзачок Fjällräven-Kangen Mini. Надо будет его немножечко поваксить, пройтись утюжком пару раз, и думаю, будет прекрасно. Видео об этом я уже делал. Кто не знает, как восстановить вакс на этих рюкзаках, оставляю подсказочку сверху, переходим и смотрим. Вот. Также еще взял для вас вот такую вот интересную футболочку от Lacoste. Черная с таким серым интересным логотипом. По-моему, он даже рефлективный написано. В общем, размер идет S, да, по-моему, сейчас посмотрим по бирке, вроде как S-ка была. Вот, кого интересует, опять же, пишитесь, да, это размер SM, что-то между. Так, и дальше у нас идет вот такая вот большая коробка, это уже посылка с Европы, опять же, все работало через моего поставщика, доставлялось. Так, сейчас мы будем открывать и смотреть, что у нас внутри. Немножко пошкарябанная, конечно, но не такая пошкарябанная, как были в прошлых обзорах. Я вообще там порванные приезжали. Так-с, опа, и последний. Есть. Так, а здесь у нас тоже есть паки. Очень интересные модели, довольно-таки редкие. Первый это вот такой вот рюкзак, вот есть пак. Вот, довольно-таки интересный. Сейчас открою, покажу. Вот так вот он выглядит. Очень и очень красивая моделька. Подойдет как для мужчины, так и для женщины. В общем, интересная расцветка. Черный рюкзак с такими вот как листьями. Вот, выглядит очень и очень достойно. Ну а дальше у нас идет вот такой вот рюкзак. К сожалению, распечатывать сейчас его не буду, потому что вот это вот хорошо все заклеено. Вот, вот такой вот рюкзак. Вот эстпак, тоже будет на обновлении с новыми вещами. Это уже идет стандартный 24 литра, а это у нас был мини. В общем, ребята, если кого-то что-то интересует, вы всегда можете написать мне и приобрести любую из этих вещей до обновления. Ну что ж, давайте подводить итоги и переходим к важной информации. Подводя итоги этого видео, могу сказать, что на вот эти вот все вещи я потратил примерно 2600 гривен.
Также по поводу бананок, я их забыл показать более детально. Вот, вот так вот выглядит одна. Потом оранжевую вы хорошо видели, а вот белую с красным я все-таки, наверное, покажу вам вот так. Довольно-таки интересные, все опять же в коллаборации, бирки все на месте. Вот. И теперь перейдем к важной новости, а именно к тому, что я купил экшн-камеру YE Xiaomi для того, чтобы снимать для вас завозы. Как я и обещал, это все будет, но опять же со временем. Секонд-хенды открыли, но когда выйдет первый выпуск, я точно сказать не могу. Скорее всего, уже ближе к началу лета. В общем, камера самая обычная. Если кому-то интересно, как она снимает, и вообще обзор на нее, пожалуйста, пишите в комментарии. Я с удовольствием сделаю обзор на данный продукт от Xiaomi. Всем спасибо огромное за просмотр данного видео. Подписывайтесь на канал, смотрите мои другие ролики. До новых встреч. Пока.